что взрыва, а не снаряд, разрываясь, он поражает сразу несколько точек. Это мы сумели увидеть и сейчас, по словам местных жителей. Мы пока что еще не смогли проверить эту информацию. Сейчас наша съемочная группа обязательно отправится на съемки. По словам местных жителей, около 8 домов в данной деревне Бердинского района уже пострадало от армянской агрессии, от разрыва снарядов. Это уже не первый раз, когда мирные гражданские люди страдают в результате армянского обстрела. Всего в Тартарский район, только в Тартарский район с самого начала боевых действий на сегодняшний момент было выпущено свыше 10 тысяч снарядов. В целом же наша съемочная группа неоднократно снимала, как вооруженные силы Армении используют ракетное оружие против мирных гражданских людей, а также кассетные боеприпасы. Кроме того, ракетным оружием уже был обстрелян ранее Бердинский район, в результате чего погибла жительница города Берды. Наша съемочная группа продолжает работать в прифронтовой зоне и передавать самую оперативную информацию. Студия.